то, что большая страница, очень яркая музыкальная страница в биографии Руслана Цибульского связана с ансамблем «Фестиваль». Сегодня они в зале, идеологи, создатели этого замечательного одесского коллектива, который объездил практически весь мир, и Руслан вместе с ними, Алексей Суслов, Игорь Голубятников, Сергей Ясинский. Поприветствуйте, пожалуйста. Руслан неоднократно выступал в составе группы «Фестиваль» на филармонической сцене. А сегодня мы, продолжая вспоминать об этом замечательном человеке, музыканте, дадим слово наставнику Олегу Викторовичу Субботину. Прошу на сцену.